Артаинта, жена наследного принца Дариуса. Родилась в 478 году до нашей эры. Была дочерью неназванной женщины и принца Масистес, маршала армии во время вторжения в Грецию в 480-479 годах до нашей эры. Брат короля Ксеркса I. Во время греческой кампании Ксеркс испытывал страстное влечение к жене Масистеса, но она постоянно сопротивлялась и не подчинялась его воле. По возвращении в Сарды царь попытался добиться женитьбы своего сына Дариуса на Артаинте, дочери этой женщины, жены Масистеса, полагая, что таким образом ему будет легче заполучить ее. После переезда в Сузы он привел Артаинту в королевский дом с собой для своего сына Дариуса, но сам влюбился в нее, и после они стали любовниками. По приказу Ксеркса Артаинта совершила с ним, Ксерксом, прелюбодеяние. Когда королева Аместрис выяснила это, она стремилась отомстить не Артаинте, а ее матери, жене Масистеса, поскольку Аместрис считала, что это было ее попустительством. В день рождения Ксеркса Аместрида позвала своих охранников и изуродовала жену Масистеса, отрезав ей груди и бросив их собакам, а также нос, уши и губы, а также отрезав ей язык. Увидев это, Масистес сбежал в Бакстрию, чтобы начать восстание, но был перехвачен армией Ксеркса, которая убила его и его сыновей.